Казгидромет предупредил жителей 8 регионов о жаре. 23 июля синоптики представили прогноз синоптической обстановки и опасных погодных явлений на территории Казахстана. Под влиянием атмосферных фронтальных частей на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются грозы, град и ветер. Пойдут дожди. На севере, северо-западе, в горных районах юго-востока ожидается ливень. На севере, востоке, юго-западе Республики Казахстан ночью и утром ожидается туман, говорится в сообщении. В Атырауской, Кызылординской, Мангистаунской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской области, на юге и западе Актобе, в пустынных районах Туркестанской области днем ожидается сильная жара.